Сколько стоит квадратный метр отштукатурить стены? Это дилемма, которую очень многие задают нам из дня в день. То есть мы когда пишем 400 рублей квадрат, нам говорят, что так мало. Говорят, уже по 600 делаем, по 700. И тут, приходя на работу... Прилетает нам письмо. Письмо счастья. Это мы сняли на своей, со своей двери. Двери. А это с двери соседа. Вот так вот. 150 рублей метр квадратная штукатурка. Шпаклевка и обои по 100 рублей. И вот мы решили задаться таким вопросом. Почему такое происходит? Неужели люди себя не ценят в плане работы? Вот для сравнения, вот даже вот эту комнату взять. У нас как образцовая комната, по которой мы все считаем. 40 квадратных метров. 45. Получается у нас по 150 рублей. Получается 6750. Это без учета вычета окон и дверей. Да, да, мы не вычитываем. Если вычитывать, то, ну, 1005-6, может, 5,5. Вот. Итого, то есть сколько, как вы себя оцениваете? И сколько по времени вы готовы посвятить, чтобы отштукатурить качественно вот эту комнату? Вот сколько у нас вот примерно для качественной штукатурки на эту комнату уйдет? Ну, если одному работать, с маяками. Ну, вот один день пусть ты маяки набил. Угу. И мы расчет-то делали, да, если 10 квадратов в день, да, один. 40, то, ну, 4 дня. То, да, 4 дня. Ну, если так, вот нормально, я не говорю, что лететь какой-нибудь офисный вариант. То есть мы сейчас говорим о высококачественной отделке. То есть вот эта реклама в нашей двери была, да, ну, то есть как бы раскидывается не офисный ремонт, а нормальная, то есть качественная штукатурка. Соответственно, нормально штукатурить 10 квадратов в день – это нормальный рабочий режим одного человека. Грубо говоря, ладно, 10 квадратов мы считали по 400 рублей, если, да? Угу. То это получается 4 тысячи. 4 тысячи. А это ты, получается, за 5 дней, да, мы, получается, делаем? Но мы сказали в день по 10 квадратов. То есть 4 дня. Ну, 4 и плюс тебе день набить. Набить, допустим, подточить, пускай там еще. Ну, я говорю, неделя это с запасом. Вот 5 дней. На непредвиденности 5 какие-то дней. Еще ты что-то. Ты имеешь в виду рабочих 5 дней? Да, рабочих не, 5 дней. Неделя 7 дней, а то подумают люди, что 7 дней. Нет, неделя 5 дней. Да, можно побыстрее, но если так брать со всеми непредвиденностями, со всякими там, потому что откосы мы не считали, да, например, то есть откосы тоже это уже как отдельный элемент там считается, тоже нужны такие обхождения всякие. Вот, и теперь давай вот эти ценник поставим. Ну, вот получается 6745 квадратов, это 6750 по 150 рублей. 6. Это он за сколько должен сделать, чтобы у него в день, грубо говоря, там по 4000 выходило, да? Да, то есть насколько он себя ценит, давай с этого начнем, да? За полтора дня он должен это все сделать. Вот смотри, если такого же качества будет ремонт, чтобы он будет от него требоваться, чтобы посвятить столько времени, да, то поскольку он будет получать, если он за 5 дней сделает? Ну, чуть больше 1000 в день. Ну, да. Вот. А если ему выгодно, допустим, вот такая вот расценка, как у нас, это получается порядка там 4000, да, это значит, он уже должен сделать за полтора дня. Да, ну вот 6750 получается за весь объем. Да. А у нас получается 45 квадратов умножаем на 400, 18 тысяч. 18 тысяч. 18 тысяч мы делим сейчас, допустим, делим на 5 рабочих дней. У нас в день выходит 3600. Ну да, ну то есть этот как бы ну, минималка такая нормальная. А у него получается 3600 это 7200. Грубо говоря, вот за 2 дня он должен, грубо говоря, выработать это. Ну да, полтора-два дня. То есть вот эту вот комнату ему надо отштукатурить высококачественно, чтобы, как говорится, бумажечка под проливом не пролазит. Ну ладно, с допуском пускай, там миллиметр, ну два на три метра. Вот, при этом не было наслоений, чтобы по уровню, чтобы заказчик пришел, он мог принять это за два дня. Но это... Мне просто другое интересует. Так вот, вот, просто мне интересно, когда заказчик сталкивается с такой ценой, видит такую цену, как вообще он реагирует? Ну,
сами понимаете, квартиры, то есть они не дешевые. Сейчас квартиры, вот, допустим, там трехкомнатная, да, там в районе 8 миллионов там стоит. Ну, я не знаю, какие площади, но вот у нас, допустим. Ну, в новостройке, да. Да. То есть, как бы, реально. И вот тут предлагают штукатурку за 150 рублей. Хотя все знают, причем заказчики же, это же не просто те люди, которые не уточняют цену и не знают в городе, да, сколько стоит. Угу. Прежде чем купить квартиру, они тоже уточняют, в каком районе, сколько она стоит, какой застройщик ее делает, почему она стоит столько. То есть они зондируют цены и приобретают какую-то вещь. То есть это реально, это все так делают, все люди, да? Ну, да. То же самое и здесь. Если плитку здесь у нас кладут, допустим, там от 1000 рублей пошла там крупноформатная и тому подобное, но она и есть такой рынок цены. А если вам скажут, плитку положу по 200 или по 150 рублей, ну как вы будете на это реагировать? То есть я бы как-то, ну... Ну, мимо ушей. Да, ну то есть... мы это понимаем, что это какая-то, ну, подвох какой-то, или глупость какая-то, или качество. Да, мне кажется, самый прямой вопрос, знаешь, какой? Ты сразу спрашиваешь, сколько по времени тебе нужно, чтобы это сделать? Правильно? Ну, логично? Ну, да. То есть, и ты тогда поймешь, какого качества. Если ты говоришь, что я вам, например, всю квартиру сделаю, при этом ты не механизатор, допустим, да, а судя по объявлению, он не механизатор. Нет, ну если даже обои по 100 рублей. Шпаклевка, обои, то есть обычные механизаторы только штукатурят, правильно, чаще всего. Вот, то есть наглядно будет видно, какого качества. Если он тебе говорит, я тебе за неделю всю квартиру отштукатурю, к примеру, то ты можешь примерно понять, как это будет. Как выглядит. И понятно, почему такая цена, да? Ну да, то есть... просто подвох. Ты чувствуешь здесь какой-то подвох, ну что-то, какая-то нестыковка. А какие могут быть на выходе оправдания у такого мастера? Я не знаю, или он просто за похлебку работает, ему так нравится, его хобби может быть. Не, если, допустим, заказчик увидит некачественно что-нибудь, вот что он может сказать? Ну а что ты хотел за эту цену? Да, он скажет, что ты хотел за 150 рублей. Ты видишь вот это объявление? Сказать, мне надо за неделю сделать, иначе мне невыгодно. Не, для меня это нормально, это норма. Да. Я всегда так всем делаю, все довольны. Да, сказать, он Гришка, Мишка, спроси, все довольны. Да. Ну, получается, заказчик все равно потом будет это расхлебывать. Может быть, с другими мастерами, может быть, скандалить, ругаться. Но в итоге все равно на выходе не бывает, что за короткое время качественный ремонт. Никак этого не будет. А это не будет с такими расценками по-любому. Мы уже говорили об этом. Да? Ну, и качество это всегда говорит о том, что продолжительность времени долгая. Процесс. Да. Быстрота объема, соответственно, качество теряется. То есть это по-любому. Но это на потоке, это же не на потоке у вас стоит там штамп какой-то там делает там, да? Нет, вы не на производстве. Вы это все делаете вручную, руками, то есть это все это. Это не на полке лежит где-то. Да. Где-то ты говоришь, ладно, давай я тебе за полцены отдам. Да, у меня их много надо. То есть, грубо говоря, ты продаешь свою жизнь, кусочек своей жизни. Конечно, но мало того, что это же труд, это капитальный труд. Конечно. Тем более, кто строитель, они прекрасно это понимают. Это может быть, заказчик не понимает, что такое вроде бы тут заштукатурить и сделать. Но заказчики обычно понимают, когда вы говорите, что, ну, наглядный пример в отношении, мы машины не разгружаем, вы можете сами там или мусор вынести. Там. Угу. Вот когда они сами подрываются и начинают это делать, они понимают, насколько тяжело вынести тот же самый мусор, или разгрузить машину и поднять материал сюда. Я с одним заказчиком профлисты выгружал, вроде бы легкий, а он сэкономил на подсобника. Говорит, давай, сколько у тебя, говорит, подсобник? Еще по тем деньгам, я говорю, 700 рублей. Он говорит, давай я вместо подсобника с тобой буду. Я замучился его ждать. Там вроде листы легкие, но из-за того, что он не привык, сидит в офисе, работает. Там три листа вытащил, говорит, давай подождем, не могу. Одышка там, все. Я уже такой говорю, ну, прям еле доработал. Такой, не, все. Ну, то есть, наглядный пример. Да, да. Легкие профлисты. Это все тяжело. Просто глазами это одно сказать. Что такое зашкурить, да, там, или что такое там. То есть, любая работа, она все равно трудоемкая. Да. Мало того, что ты грубишь, как правильно говорю, свою жизнь,
свое здоровье не забываем, потому что малярная работа – это специфические работы, которые постоянно нужно в респираторе или еще что-то. То есть ты постоянно захламляешь свой организм. Да. То есть это затоксовка, можно так сказать. И потом по 150. Я просто не понимаю, конечно, может быть, человеку безвыходное, ну, вообще ничего нет. Безвыходные, да, обстоятельства у него. Это другой момент. Что-то ищет, и вот надо такое. Но если он... Олег, но мне кажется, не здесь если это. Если он специалист, ну, я не знаю. Олег, но мне кажется, это не этот сегмент. То есть это, скорее всего, вторичка. Вторичка, старое жилье, вот этот старый фонд. Потому что, ну, здесь чуть-чуть другой уровень, мне кажется, если себе люди позволяют. Это понятно. Это понятно. Да? Поэтому я говорю, это или шальная императрица залетела просто как-то вот каким-то образом, или вот безвыходное у человека положение, что он вынужден на такой идти. И ну опять, даже из этого соображения вообще все перечеркнуть. Специалист, который уважает себя и которого он же зарабатывает это годами. Угу. И его имя складывается годами, допустим, да, там, а клиент к клиенту и тому подобное, там мало там как какие-то новые клиенты, когда приходят по вот таким объявлениям, я имею в виду. А в основном-то это же сарафанное радио. И другие придут. И цены, да. И он, ну представьте, ладно, я понимаю, когда я ученик или что-то, я могу за такую цену там работать. Понимаю, что я нарабатываю пока себе имя, да, или клиентскую базу, можно так сказать. Но когда я вырос из этого, я, допустим, могу в день получать 5-6 тысяч, а здесь мне говорят, нет, ты должен 2000 получать. И я сам себе делаю такие листовочки и раскладываю. Нет, Олег, вот все-таки 6000 это много для тебя. Давай 2 будешь ты получать. Угу. И иду за похлебку работаю. Ну, да. Как-то... Ну, это еще о другом варианте говорит. Знаешь, о каком? О том, что ты себя не ценишь. Ну, я говорю, если ты специалист такую цену, он, ну, я не знаю. Не, просто даже не то, что ты там специалист, просто ты себя не ценишь. То есть ты думаешь, что для тебя... Там 2000 это норма в день. То есть ты как бы себе поставил такой рубеж и говоришь, это все, я больше не получу. Это как бы для меня нормально. То есть, мне хватает. Да, мне хватает. Но если вот у тебя стоит вот такой рубеж, ну да, ты как бы в любом случае больше не заработаешь. То есть для тебя это норма, может быть. Ну, я даже не понимаю в другом смысле. Вот смотри, ведь заказчики, когда человек не так сообразил, инструмент играет важную роль. Ну, да. У любого профессионала, да, кто кем бы ни занимался, плитка ли там, отделка внутренняя, да, малярная работа, должен быть инструмент, который потихоньку, он может быть не сразу, но ты приходишь к этому просто. Ну, постепенно, конечно. И ты приходишь, и получается, у тебя должен быть тот же инструмент. Мы говорили, показывали обзор валика, допустим. Угу. Он 7500 только стоит. И при том мы его ухватили вот прямо перед моментом, когда он стал в 2 раза дороже. 14 потом. Да, уже 14. То есть вот, пожалуйста. Ну а если я по 2000 буду получать, то сколько я буду, как я могу купить такой инструмент? То есть у меня его никогда не будет. Я не знаю, как ты на работу придешь. Это же такие, я не знаю, что за эти деньги реально будет взять. Ну, я без понятия, конечно, я не знаю. Может быть, здесь... Ну, если как ты говоришь, за похлебку только или за бутылку. Вот это, мне кажется, вот такой контингент. Потому что, ну, тяжело. Тяжело качественно делать ремонт, чтобы ты не спешил, чтобы было все... Потому что, ну, недочеты из-за спешки. Это однозначно. Например, я уголки перфорированные ставлю, где-то не углядел, у меня пузырь, да, там, потом хоп, все, он застыл, я уже сбивать его надо, правильно? Еще что-то. А у меня по-любому будет спешка, я же спешу, мне за 2 дня надо успеть комнату отштукать. Вообще-то по-хорошему как делать? Даже вот мы приходим мы на объект, мы всегда рассчитываем недельный заработок. Да. Что мы должны запланировать, расписываем за эту неделю. Если мы это не делаем, тогда, может быть, конечно, и будет по 2 рубля выходить или что-то таким образом. Да. 15 раз чай попить там или еще что-то. Ну, то есть... Или 10 видео записать. Да, 10 видео записать, как делаем мы. Не, ну это вот. Не обсуждается. Это... Да, вот. Вот то же самое и здесь получается. Ну да. То есть ты как бы сначала план, стоит ли игра свеч? Да. Ты составляешь все, вот мы составили оба, мы знаем свой... рубеж. Мы знаем, что мы можем достичь и что мы реально это сделаем. То есть не нереальные вещи, там, а реально.
Все, и мы это делаем. Неделю закрываем. Все, на следующую неделю мы заново планируем. Опять смету составим. Все, мы закрываем ее. Угу. Все, таким образом у нас формируется зарплата, и мы знаем, что мы зарабатываем. И поэтому мы говорим, какой сегмент мы можем в день заработать. То есть мы реально. Но вот с, так, вот с этим я не знаю, как можно заработать. Но механизаторы, может быть, и смогли бы, да? Я понимаю, когда объемы и когда у тебя механизирован. То есть механизировано это что оно? Оно у тебя дает, не вручную ты это все это делаешь. Да. Ты ускоряешься, это процесс другой совершенно. Мы этого не говорим про это. Тут же нету обоев по 100 рублей, он у него уже он не на станке их куда-то. Да, самое главное, то есть здесь не механизатор, то есть здесь однозначно мастер-универсал, потому что здесь и шпаклевка написана, и обои, и все по 100 рублей. Поэтому вывод какой? То, что когда заказчик смотрит на такие цены, это в первую очередь говорит о мастере. То есть он должен читать, потому что любой уважающий заказчик, если он также является... Ну, тоже где-то работает, он понимает, что мастер хороший, он не будет бесплатно работать, не будет за какой-то там низкий оклад, как дворник там, да, какой-нибудь там по 10, по 15 тысяч в месяц. Что-то говорит, вот мы даже здесь на объекте, новый наш заказчик от старого заказчика, грубо говоря, передал нас. Да, вот. И мы работаем, и тоже человек, мы приблизительно, я ему рассчитывал всю комнату, допустим, брал 45 квадратов, он говорит, ты мне скажи по квадратным метрам, сколько это будет стоить. То есть люди тоже, я же говорю, все знают цены, все знают цены. Все, я ему посчитал, пирог составил, говорю, считаю большинство под покраску, допустим, сколько слоев, столько, ну все. Посчитал, вышла такая сумма, все, да, все, меня устраивает, давай. Рассказал, сколько плитка, от скольки до скольки, ну, то есть такие моменты, которые есть. Все, человек соглашается. Почему он соглашается? Ну, потому что он уже 15 раз прозондировал, где у кого какие цены. Он прекрасно понимает, где-то они, может быть, калиброваться. У нас, допустим, там шпаклевка 150 рублей, у кого-то может 120 быть, 130, но не суть. То есть она вот, но не может она быть по 50 рублей, шпаклевка, то, грубо говоря. То есть, ну это уже настораживает. Это уже настораживает. Просто что это за шпаклевание за 50 рублей? Там, или за 20 там она объявит. Ну, я не знаю. То есть. Да. То есть таким образом человек прекрасно понимает, что это такое. А вот как думаешь, будет такое, что вот как-то одна цена будет выдерживаться? Мне кажется, никогда такого не будет. Да нет, конечно. Потому что люди себя по-разному оценивают на самом деле. Во-первых, и по-разному. Во-вторых, и склад ума, и склад того, как... Подход считать, к работе. То есть это может быть, та же клиентская база. Это все индивидуально. Я же говорю, мы вот комплекс «Снегири» в Волгограде, да, мы делали там квартиру. Я не забуду никогда, когда у нас она выходила... По тем деньгам где-то около 3000 за квадратный метр мы посчитали. Ну, площадь, понимаете, по полу. Угу. И мы как бы считали, что мы зарабатываем деньги. А мы там работали, соответственно, не одни. Другие мастера, мы с ними пообщались. У них 7000 за квадратный метр по тем деньгам. Такой же ремонт. Такой же ремонт они делают. Представляете? То есть, Ну, то есть было над чем задуматься. В два раза. Думаешь, ну как это? У него же есть же работа за 7. Почему у меня такая же за 3? Ну да. И вот 15 недавно была. Да, поэтому тут я говорю. Да, много от нас оценивается. Возможно, конечно, и это, но только я не знаю, как он себя оценивает, этот мастер. И какое качество. Что он зарабатывает и какое качество. Какое качество. Мне больше всего вопрос, какое качество. Я же говорю, когда ты понимаешь, что у тебя качества нету, знаете, вот как я не хочу обидеть национальность чью-то или нет, да, но у нас же много приезжих и из Узбекистана, и неважно, допустим. Ну, беженцы там еще кто-то. Вот они приезжают, допустим, и делают, да, как мы считали их, что дешевая рабочая сила, да. Ну вот в их плане может быть шпаклевка или что-то такого, может быть она нормальная. Олег, она даже может еще, знаешь, в каком плане? Есть классификация офисная работа, а есть, то есть квартиры делают. И даже вот их расценивают, знаешь, даже есть такое понятие, как... Это то же самое, как черновая стяжка, допустим, уже под... То же самое, если тебя в офис обои позовут, ты будешь клеить. И если ты в квартире, у тебя качество совершенно разное. И подход к принятию качества совершенно другой. Ну да, там и если, сглатывается все. Да, если ты вот оттуда вышел,
то да, эти цены могут и прокатить, потому что у тебя там не так придираются. У тебя зашли, взглянули, все беленько, чистенько, все, подписали, денежку отдали. Так здесь же такое уже не прокатит. Заказчик настолько искушенный, что иногда такие вещи говорит, которые ты даже и не слышал о них. Что там? Я не говорю уже о лампах Лосева, там, обо всяких там моментах, что они там знают, что нужно и гидроизоляции, и нужно там, чтобы 1 миллиметр, там 1,5 миллиметра на такую длину было. Они там бегают, у них личное правило есть свое 3-метровое, которое они купили уже. Я уже об этом молчу. Поэтому здесь даже вот, мне кажется, сегмент совсем уровень другой, именно где ты работаешь, да, там, или ты общестроительный, там, вот как, так же вот, например, дом построили и быстренько ремонт, да, делают, там, вот, квартиры продают. То есть там тоже вообще, я бы не сказал, даже, может быть, не офисный вариант вообще. Просто в глаза, чтобы кидалось, это все чистенько да. было, и все. Там с нахлёстами обои поклеили, там где-то что-то, перепады, все это закрывается, сдается. Ты покупаешь квартиру, значит, тебе это нравится, все. То есть здесь не обсуждается, примешь, не примешь. Вот. Вот в таком сегменте, да. А если уже речь идет о таком уровне, который там эти проекты рисуются, где там все ну, по, да. по последним новинкам, по последним технологиям, то здесь уже нужно это понимать заказчику. Вот как бы такое вот видео небольшое. На все, вооружение что... переходим на 150 рублей. Да.